И вновь доброго времени суток, еще это канал Нокоменс Парадокс, и это игра Сталкер Тень Чернобыля. Собственно говоря, я хочу вам сразу кое-что показать. Да. Я скачала другую версию. Скачала игру, которая может сохраняться для начала. Сейчас мы будем убивать свиньку. Свиньку. Свинька у нас где-то есть. Пошла, она куда-то сюда примчалась. То есть и этот лагерь не совсем безопасное место, да? Свиньки, а свиньки? Где тут ваша эта свинка? Просто я... Оружие убрал. А, что, где? Так я же вашу свинку хочу замочить, ну. Короче, я решил в этот раз не брать... Не брать это задание с курткой, потому что я не знаю, куда его потом девать, это задание, блин. Понимаете? Ой, свинка. Он бегает. Чего заскучали, мужики? А ну вон оно там бегает. Свинки! Свиньки! Оружие убрал. Да я это, в свиньку. Она вряд ли не агрессивная. На тебе жопу. В общем-то, что? Пошли по стрелочке. Там уже и новые задания дадут. В принципе. Чего нет-то? Так. Что за... Что ты там напрягся-то? Так, депутат. Что можешь интересного рассказать? Да как-то не в курсе последних событий. До встречи. О. Так, по поводу заданий мне нужна работа. Что интересно. Ясно, это заказчик. Так, белым отмечены. Мы... Что отмечено? Данным обозначением фиолетовым? Без малейшего понятия. Вон там, скорее всего, гнездо вепрей. Ну да. Скорее всего, это и есть схрон. Наверное. Или что, где, когда? Что, где? Что здесь отмечено такое странное? Я не знаю. Вот серьезно, я не знаю, что тут за отметки, блин. Стремные, подозрительные. То есть. Так, ситуация прояснилась. Вот она. Задание есть. Меченый, задание есть. Я тут поразмыслил на досуге. И хочу тебе кое-что предложить. Тебе, по большому счету, нужно искать своего стрелка. Так ведь? Да. Допустим. В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там не тронуты. Прям клондайк артефактов. Ага. Да.
В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Хабар нести тебе, да? Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь. А заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? Ладно, по рукам. Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы, явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Документы забрать. Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре «Сторинген». Координаты я тебе скину. Спасибо. Все ясно. Пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к «Агропрому». И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи. Так, что у меня в инвентаре есть? У меня есть две бутылки. Водка «Казаки». Прекрасно, чудесно, да, отлично. Нон-стоп энергетический напиток. Отличный энергетический напиток содержит кофеин, таурин и мощный витаминный комплекс. Снимает усталость и прибавляет силы. Не в состоянии делать даже шаг, тогда это именно то, что нужно. Это местные стероиды, да? Но антирад я у тебя все-таки куплю, наверное. Тут есть что-то такое? Что это? Снижает воздействие радиации на организм. Ого. 600 рублей. 60 тысяч рублей, господи. Но всего лишь 1500. Кожаная куртка. Бандитская куртка. Комбинезон наемник. Вот. Вот когда... На тебе пистолетиков. Вот. Неплохо. Вот. Хороший товар. ПМ. Удобность, мощность. Слушай, а вот эта штука, это что? Хо. Может купить? Ну его. Патроны дробь. Ну, в принципе, мне дробь не нужна. Слушай. Точность. И вот нахрена все вот это одинаковое, скажи, пожалуйста. Гранаты хорошо, штучный товар, я понимаю. Я вот лучше еще консервов возьму и антирады. Патрончиков к дроби. Вот это вот, может, возьму. 4000, господи. Говорю. Неплохо. Хороший товар. Так, хорошо. Проваливаем. Вот так бы всегда. До встречи. Так, говоришь... Ну, проветришься, заходи. Говоришь, топать. Куда-то туда-то. Ну куда-то туда-то, так куда-то туда-то. О, слушай. А пистолетик-то я у него, походу, забыла. Хороший такой. Сейчас заберу. Так, я разобралась. Так, теперь туда идти. Идти туда, куда надо. Логичные действия. Так, хорошо, пошли. Тут
такую дождину, знаешь? Как-то особо не погуляешь. Зверья кругом полно. Опасности. Сложности. Больно, страшно. Радиация кругом. Умудряюсь как-то пробегать мимо всего этого. Вон радиация ползет вверх. Ой, то есть, пацаны. Как дела? Хочешь поговорить? Убери оружие. А, да, конечно. Здрасте. Что можешь интересного рассказать? А ничего, нифига я не знаю. Кусочничаю вот на хлеб насущный собираю. В саму зону идти стрёмно, ну его нафиг. Ну, да, это мы уже слышали. Там у нас два сталкера. Так, ну, в принципе, что я здесь забыла? Что-то я здесь, походу, забыла. Ох, ёб твою мать. Ага, понятно. Так, последнее сохранение. Хорошо, я поняла. Идти напрямую не вариант. Где это логово вепря? Это оно вон там. По карте. А где? Где, непонятно. Ой. И где здесь? Ничего непонятно. Ни единой твари нет. Ай, ладно. Так, я просто поинтересовалась обычной работой. Что за артефакт медуза? Мне тут один мешок с большой земли заказал. Медузу. Работа не пыльная, деньги небольшие. Зато обернешься быстро. Соглашусь. Ну давай. Добыть артефакт. Ладно. Что за медуза такая? Ну, пожалуйста. Удачной охоты, сталкер. О. Так. Так, мой пистолетик верный. Где тут эта медуза ваша? Карта. Так. Так, вернуться за наградой. Удобное место. Нашел на чердаке отличный тайник. Подожду, пока кто-то туда что-то положит. Меченый. Получить спецзадание торговца. Что? Где кто воет? Рычит. Оружие убрал? А, да, точно. Может, поищем, что там в схороне в этом? Вон. Место нашла. Эти. Как-то поймали наемники сталкера. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по пояс. О! Хорошо, у нас есть аптечки. Не убивай! Да кто тебя трогает, господи? Артефакты, бабло, нервы. Есть! Ну, то ты не выдержал.
Блин, вы или опускаете глубже, или держите дольше. Но ни хрена не видно. Ну где же? Не по, как, по какому-нибудь заданию бы, хотя бы. Чел. Скажи, пожалуйста. Куда мне идти? Что это? Рюкзак возле деревни. Недалеко от лагеря новичков сгинул какой-то сталкер. Надо бы посмотреть его добро. Что это? Зрачки группы Волка. Так. Что это? Там у нас кругом схрон недалеко был. Зато еще деревья погуще растут. Что там себе? Кабаны лугово устроили, во. Во, смотри. Ну вот сюда вот надо, чтобы кабанов убить. И вот сюда вот. За вещичками того сталкера. Куда-то туда. Куда-то туда, так куда-то туда. Я что с этим могу сделать? Так, хорошо. На двойку пистолет, на один нож. Чудесно, прекрасно. Собачки он. Кабан. Ладно, пойду обратно. В принципе, не так уж это и важно. Пойду по стрелочке. Мне, в принципе, все равно, куда идти. По большому счету. Мне бы хоть что-то сделать за сегодня, а? Слушай-ка. Хоть что-нибудь, хоть где-нибудь. Ты тут шатаюсь, блин. Праздный прохожий. Так. И как это называется? Разведчики. Так. Вот там нам надо. Так. В ту сторону. Там кабаны себе логово устроили. Слушай, войду-ка я тебе у него. Кладбище. Ух ты, ни хрена себе. На туре кладбище. За деревней. Прям в натуре. Шли к кабанам. Вы кто? Пацаны! Как дела? Я поздороваться, Ребята! Ребята, ну чего? Я с ним, понимаешь, поздороваться хотел, а они? Ну вот. Поздоровалась. Хорошо, пусть их собаки сгрызли, ну. Да ну, все какие-то грустные. Что с вами не так? Оружие, не знаю. Отстань ты от меня. Че приебался? Я вообще в ту сторону. Да отвалите вы, а! Я вообще не знаю, куда я иду. Отстаньте.
Нашли, блин, место, где поселиться. Какие-то рядом агрессивные личности существуют. Гребло приключений на попу. В какую сторону идти, скажите, пожалуйста. Так. Туда. Прямо. Хорошо, прямо так прямо. Не меняя курса. Хорошо. Ничего, что тут всякие агрессивные товарищи ходят? Нет? Это нормальная ситуация? Абсолютно. Давайте только без меня, а? Туда? Туда. Кабанов отстрелить. Желательно с горки. Так. Так, ну и где? Один кабанчик это все? Принести заказчику обещанное. Ладушки! Я-то что? Я ничего. Мне нормально и так. В принципе. Мне сказали притащить, я притаскиваю. Глядишь, денежку за это дадут. Да, тут у вас, конечно, кладбище, да. Чувак. Это по поводу задания. Так. Задание выполнено, а вот и гонорар. Получен предмет выверт. Задание выполнено, уничтожение лагеря. Или еще что-нибудь? Уничтожить мутантов на ферме. Не, я не хочу, до встречи. Так, что по журналу? Вам нормально сидеть под дождем, да? Вот, собственно, с этим чудесным видом на далекое небытие. Закончим серию. Это был канал Накумис Парадокс, игра Сталкер Тень Чернобыля. Да. И хорошего времяпровождения, если вам понравилось, услышимся в следующей серии. А так, хорошего времяпровождения. Пока.